Должна быть очень серьезная причина, здравствуйте, друзья, чтобы, имея возможность пойти пособирать клубнички, не пойти и не пособирать. Давай 4 возьмем. Две, окей. Давайте возьмем две корзиночки. Эй. Хочешь 3 взять? Take 3. Yeah, he wants some more. That's a smart choice. Because I'm afraid that we won't be able to. So what do we have besides strawberries today? We have a list right there of everything. Okay, strawberries. Siberian kale. Wow. Is there any kale in Siberia? It's probably too cold there. Oh, okay. Rainbow chard, mixed lettuce, cilantro, parsley. Ну что, друзья? Время такое, что поспевают всякие культуры. Вот редиска, например. Чем плох редиска, Свет? Редиска хорошо. Что там было еще? Парсли. Это петрушка, да? По-простому. Петрушечка. Как ты к петрушечке относишься? Ну, не так, чтобы на поле покупать. Ага. Так. Здесь наши друзья. Тут утки обычно. Утки, куры. Ты знаешь, что вот здесь обычно утки. Вот они, пожалуйста. Вот они. 3. 4. Тенечек. Укрылись. Здорово, казаки! Не реагируют. Ладно. У них там вот... вот здесь они яйца несут. Вот в этом помещении. Наверное, куры просто все они съели. Так. А вот там, Света, не надо так негативно. Вот, съели курей. А тут вот у них водичка, чтобы плавать. Все культурно. Птички поют. А вот сними вот эти колоски. Смотри, какие дивные колоски. Ой, какая прелесть. А что в колосках такое? Какие они мягенькие, как они шелковые прям, попробуй. Да ты что? Угу. Ну, да, ой, действительно очень мягенькие. Там есть столб интересный. Вот сними их крупно, эти колоски, это просто крупно? Дивное. Да, такое диво дивное, красивые какие. Светочка, у тебя очень чувствительная, тонкая натура. Я сейчас пойду вот к тому столбу, на нем на разных языках, в частности на русском, написано что-то такое... О борьбе за мир. Сейчас мы подойдем и почитаем. Я поверну камеру боком. Вот. Здесь написано прям по-русски. Да будет мир человечеству во всем мире. Так, идем дальше. А это по-французски. Я, к сожалению, не... А может быть и не по... Нет, это... Ребят, даже не знаю. По-французски, по-испански, не знаю. В общем, вам виднее. Так, я прочесть не смогу такого. Так. Это просто по-английски. May peace prevail on earth. Так. А с той стороны, давайте я уже обойду тут, написано было на иврите. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну вот, кто на иврите здоров читать, тот пусть и прочтет. Я не умею. Так. Ну-ка, давайте как подберемся вот так. В общем... Кто может, тот прочтет. Так, пойдем на клубничное поле, оно вон там. Как пахнут все эти зеленюшки очаровательные, друзья, вы не представляете. А, хорошо. Вот, друзья, и клубничка. Вот Света уже пару ягодок собрала. Тут никого особо нет. Там мужик прям, Свет, прямо в портфель собирает, в смысле, в рюкзак. Может быть, уже прошли толпы сегодня? Как ощущение, Свет? Есть спеленькая? Но она не такая крупная, как была 2 недели назад. Ну, да, время идет, друзья. А у меня зато есть бутылка с водой. Друзья, давайте я для вас съем сейчас вот эту клубничку и передам вам ощущения. Вот, друзья, клубничка. Вы видите, она мокренькая, я ее помыл. Сейчас буду пробовать. Сладкая. Душистая такая, хорошая. Все те, кто мысленно с нами, друзья, радуются вместе со мной. Я, Света просит водички, сейчас я дам. Я вот бутылочку с собой ношу с воды. Как же, на поле без воды нельзя, там вдруг антисанитария какая. Ну вот, ну идем. Вот у меня корзиночка. Я в нее собираю.
Ну, первую в себя, а остальные в корзиночку. Посмотрите, какие тут красавицы. Смотрите, ну как их не взять в корзиночку? Вот так. Друзья. Я помыла. Ой-ой-ой. Какие замечательные Для себя старалась. Ягодки. Ну давай, съешь. Съешь. Давай. Ну вот как сказать. Вот ты в Киеве на даче, когда у вас у родителей такая была клубника или та была еще вкуснее? Такая была. Света, когда ты была школьницей, ты уже знала, что ты будешь жить где-нибудь в Америке? Ну уж так-то я не могла знать. Ну, а что ты знала? Знала, что мне там не нравилось. Что в итоге тебя привело в Калифорнию? Теперь ты ешь клубничку с американской грядки. Так. Хороша. Друзья, всех приглашаю на поле с тем, чтобы приобщиться. Что интересно, она здесь даже дешевле, чем в магазине. Ты знаешь, что интересно? Раньше было $3 корзиночка, а если берешь две корзиночки, то 5. А сейчас нет, сейчас вот 3 и все. Сейчас у них, да, больше нет такого дискаунта. Хотя на самом деле и $3 тоже существенно дешевле, чем в магазине, может быть, поэтому. Честно скажу, друзья, не думал возвращаться к теме, но ну как вот было, не вернуться. Там, когда дальше пройдешь вон туда, там грядка не такая большая, но вот там 5 метров пройти, и дальше начинаются такие залежи, там никто не доходит. Отпад. Это редисочка, друзья. Yeah, the carrots are ready. Вы видите редисочку. Значит, то, что правее, там кругленькая, а вот то, что левее, там такая, так называемая, французская. Would you please pull one of the French ones? Oh, sure. So just for my video. Yeah. Yeah, absolutely. Get this one right here. It's looking pretty good. Yes. That is a French. Yeah. This is a French breakfast radish. Свет, а сколько стоит такой пучок редиски в магазине? Ну, $3 бывает. Да, мне сказали, что вот пучок это 9. Дали мне 9. Ну, они, конечно, свежие очень, очень большие. В магазине они у тебя разных размеров пучки, а здесь они все очень большие, поэтому довольно много. Хорошие. Вот так даже вот немножко камеру отвести. Вот это пучок. Идем за морковкой. Вот и морковка, друзья. Вот она морковка. There'll be 7 per bunch. Ага, 7 per bunch. Yeah. 7 штук пучок. О. And we have 2 different varieties in here actually. So it's like this is yes. How comes the tip and these come round. Okay. This is Yaya and this is called Napoli. I never knew that there is a different brand. Yeah, and 1 2 3 4 and so these will be a lot sweeter. And these just they're just longer. Give you like a nice variety of both of them. So you can see if they are grown? Yeah. I just sort of feel around and for me I've just been doing it long enough so I can just kind of see like when or what where a good one would be. And then Wow. That's a perfect one. Okay, good. Yeah. Good. Thanks. А это листья, они утром были срезаны, вот мы пришли и взяли себе мешочек листьев. Вот тут они в пакете. Цена не зависит от того, какую часть мешка забили. Вот пол мешка, четверть, там целый, без разницы.